В селе имени Кунаева Жамбылской области в аварийном состоянии находится школа. И это после 8 лет эксплуатации. За безопасность детей опасаются родители и педагоги. Из-за трещин в стенах и просевших полов обучение в начальном блоке и вовсе пришлось закрыть. Анастасия Сулейманова побывала в здании и оценила ситуацию. Начальный блок администрация школы закрыла больше 2 недель назад. А все потому, что в коридоре внезапно просели полы. И образовалась вот такая дыра глубиной 50 сантиметров. Путь в начальный блок средней школы номер 5 в селе Кунаево преградили красной лентой с надписью «Вход запрещен». Находиться на первом этаже небезопасно. Стена отошла от деревянного пола на 15 сантиметров. Образовались многочисленные щели и трещины. Закрыли 7 кабинетов на 2 этажах. Мера вынужденная, говорят учителя. Главное – безопасность и здоровье детей. Мы всех их переселили в это главное крыло. Разместили, значит, не тот кабинет, библиотеку, в кабинет директора, в кабинет психолога. Мы забили доски, все, чтобы учебный процесс шел на нужном уровне. Значит, все дети приходят в школу, обучаются. Значит, ну, 2 класса мы перевели во 2-ю смену. Наши рабочие посмотрели, руководство школы, вот и районное отдел образования. Ну, может, талые воды, может быть, там у нас еще проводится отопление, может, батареи. В предоставленном кабинете тесно, неудобно проводить уроки. Детям негде играть, не позволяет площадь. Надеемся скорее вернуться в свой начальный блок. Подобная ситуация в школе была год назад. По словам руководства, тогда не сильно просевший пол незамедлительно отремонтировали без остановки учебного процесса. На это затратили почти 9 миллионов тенге. Ремонтные работы в самые короткие сроки обещают провести и на этот раз. В прошлом году провели текущий ремонт, но теперь снова появились проблемы. Мы привлечем к работам подрядную компанию, которая и проводила реконструкцию. Закупили все необходимые строительные материалы. Трещины и щели, как выяснилось, не только в начальном блоке. Ремонт требуется и школьной раздевалке. К слову, среднюю школу номер 5 с мини-центром в селе Кунаево построили всего 8 лет назад. И за это время качество строительства не раз подвергалось критике. Анастасия Сулейманова, Бахаджан Папаев, Руслан Хатилла, Жамбылская область, Хабар 24.